В Искитимском районе туристическая группа школьников отправилась в поход. В назначенное время ребята не вышли на связь. Тогда на их поиски отправились спасатели аварийно-спасательной службы Искитима. По дороге снегоход и машина спасателей застряли в снегу. На помощь отправились бердские спасатели. Застряли они в снегу, они засадили свою машину УАЗ и снегоход. Наши спасатели прибыли на место, вытащили их из снежного заноса и автомобиль УАЗ и снегоход. На нашем снегоходе проехали по определенному маршруту, где находилась тургруппа, обнаружили тургруппу. К счастью, жизням туристов ничего не угрожало. По словам Олега Колобова, туристическая группа не смогла выйти на связь в назначенное время из-за отсутствия связи. Еще один случай произошел 28 января. Бердским спасателям пришлось деблокировать входную дверь квартиры в одной из многоэтажек по улице Рогачева. Позвонил сын, что мама не открывает дверь, долгое время не отвечает на звонки и стук в дверь. При помощи оси открыли дверь. Женщина находилась в комнате на диване с признаками инсульта, передана скорой помощи. А в минувшее воскресенье на пульт диспетчера поисково-спасательного отряда поступило сообщение от бердчанки. В квартире по улице Боровая захлопнулась дверь. Дома остался один полуторагодовалый ребенок. Спасатели деблокировали дверь и спасли малыша.